Гаражей на территории города Ачинска достаточно много. По гаражной амнистии мы собирались с кадастровыми инженерами, проговаривали с ними порядок их работы. У нас была проведена встреча с председателями гаражных обществ. Мы им дали образцы, да, тех документов, которые необходимы давать тем гражданам, которые будут к ним обращаться, да, о том, что этот гараж построен до 29 декабря 2004 года. Работать, в принципе, уже начали, уже поступают такие заявления, распорядительные акты выдаются, поэтому о безвозмездной передаче, да, где когда идет бесплатно регистрация земельного участка и, соответственно, объекта гаражного назначения. Но здесь речь идет о гаражах, которые расположены в пределах гаражного общества высотой не более 2 этажей. То есть стоимость работ, да, также было разъяснено, что если ранее договор купли-продажи земельного участка под гаражом составлял порядка 2-2,5 тысяч рублей, эта сумма сейчас для граждан бесплатная. Однако за услуги кадастровому инженеру все равно гражданину придется заплатить, так как эти работы они не входят в полномочия органа местного самоуправления. И то есть это стоит, если 2 объекта, 15 тысяч рублей, это было обозначено кадастровыми инженерами, если гараж оформлен и требуется оформление только земельного участка, то 7 тысяч рублей.